Таджикские и китайские геологи за последние шесть лет исследовательских работ обнаружили вблизи совместной границы 43 месторождения драгоценных металлов – золото, серебра, палладия, платины, сообщает Азади. Заместитель начальника Главного управления геологии Таджикистана Архмонбек Бахдавлатов сообщает, что большинство месторождений располагаются на таджикской территории, а в китайском приграничье месторождения были обнаружены и разработаны еще в советское время. Пока лишь завершены исследовательские работы и неизвестно, когда и какие компании начнут добычу, потому что данное решение будет приниматься на уровне правительств двух стран. Граница – это административно-территориальное деление – геологии нет границ. В свое время в КНР было обнаружено несколько крупных месторождений. Пласты этих месторождений располагаются и на таджикской территории. В настоящее время, по новой методике, представленной Китаем, мы исследовали, какие месторождения являются разведанными и неразведанными, сказал Богдавлатов. Напомним, что в настоящее время более 50% месторождений золота в Таджикистане переданы для освоения китайским компаниям, которые владеют 60% акций этих месторождений. Примечательно, что режим в отношении разработки недр Таджикистана идет по самому легкому для себя пути. Разработка предоставляется иностранцам, после чего полученные деньги благополучно разворовываются кланом Рахмона. Результатом этой политики является то, что таджикский народ который владеет огромными богатствами, оказывается обреченным на постоянную трудовую миграцию и нищенское существование, в то время как иностранцы поглощают национальное достояние. Коррумпированный секуляристский режим же тем временем купается в богатстве, еще и преследуя жителей Таджикистана за исповедание их исконной религии борясь тем самым с возрождением ислама, согласно которому полезные ископаемые являются общественной собственностью и принадлежат непосредственно умме. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Мусульмане являются совладельцами в трех вещах – в воде, пастбищах и огне». Абудауд,